Анонимно и бесплатно в городской больнице стартовала акция «Неделя тестирования на ВИЧ». Внимание, дети! Родительский патруль вышел на улицы города. «Я никогда не стану большим, мама!» Муравленковские актеры представили зрителям новую театральную постановку. Сотрудники ГИБДД совместно с педагогами и активистами родительского патруля в преддверии летних каникул проводят профилактическую акцию «Внимание, дети!». У образовательных учреждений работает родительский патруль. В ходе акции участникам дорожного движения напоминают об элементарных правилах безопасного поведения на дороге. Пешеходы должны использовать световозвращающие элементы на одежде, а водители – детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Когда управляете велосипедом, что надо сделать? Надо встать с велосипеда и пойти пешком. Правильно, убедиться в том, что транспортные средства уступают вам дорогу, правильно? Да. Сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы. Школьникам рассказывают о поправках в правила дорожного движения, касающихся управления средствами индивидуальной мобильности, электросамокатами, гироскутерами и сегвеями. На таких устройствах допускается движение не более 25 км в час. 25 км в час. Кто у нас ездит? Что за устройство? Электросамокат. Кроме электросамоката, автомобиль. То есть движение СИМа, скорость движения СИМа равна скорости транспортного средства. Ограничение скорости – не единственное нововведение. Ребята узнали, что на СИМах теперь нельзя передвигаться по автодорогам, обгонять другие транспортные средства, а дети до 7 лет могут управлять самокатами, гироскутерами или сегвеями только в присутствии взрослых. С 7 до 14 лет допускается движение уже самостоятельно, но при этом на тех участках, где нет проезжей части, нельзя в этом случае выезжать на дорогу, двигаться по обочинам. С 14 лет, конечно, допускается движение уже на дорогах общего пользования, но двигаться нужно по краю проезжей части, попутно движению транспортных средств. При этом нужно ориентироваться тем же дорожным знаком, что и водитель транспортного средства. Практически каждый второй муравленковский школьник является обладателем СИМа. И если сегвеи и моноколеса в нашем городе не так распространены, то самокаты пользуются популярностью. Новые правила ребята обещали выучить наизусть. Кататься только в разрешенных местах. А также спешиваться на светофорах, на зебрах. Акция «Внимание, дети!» стартовала 15 мая и завершится 2 июня. Наталья Матюшкина, Анна Мари, Сергей Лукович. Новости Муравленко. В городской больнице проходит акция «Единая неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию». Профилактическое мероприятие посвятили Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа. Сегодня на учете у инфекциониста состоят 105 муравленковцев с положительным ВИЧ-статусом. Только в этом году впервые болезнь выявили у 3 человек. У нас проходят выездные акции. Мы выезжаем в организации, проводятся профилактические беседы, и там же сразу проводится экспресс-тестирование на ВИЧ. Также любой желающий может с 8 до 3 подойти в наш кабинет, 117 во взрослой поликлинике, и провести экспресс-тестирование на ВИЧ. По словам специалистов, в этом году жители более активно проходят тестирование. Так, если в прошлом году в ходе акции «Свой ВИЧ-статус» узнали 40 человек, то в этом уже около 100. На сцене Дома культуры состоялась театральная премьера. Режиссер Юлия Батурина, хореограф Ирина Шулешко, актеры студии «Луч» и коллектива «Балаганчик» представили широкой публике спектакль «Я никогда не стану большим, мама». 1942 год. Война. Какое страшное слово. Война. Наш город теперь не наш. Действие спектакля разворачивается во времена Великой Отечественной войны. В основе сюжета история о героической судьбе польского писателя и педагога Януша Корчика, который был верен своим воспитанникам до конца. Вместе с ними он был замучен в газовой камере нацистского лагеря. Непростую роль учителя в постановке сыграл актер театральной студии «Луч» Константин Саратцев. То, что сейчас произошло на сцене, к этому надо относиться как к художественному произведению. Ну, то есть, если в реальности, конечно, все было далеко не так. Только основное событие, можно сказать, что это было правда. Режиссеру Юлии Батуриной удалось не только по-новому взглянуть на пьесу Вадима Коростылева, вместе с хореографом Ириной Шулешко найти необычные сценографические решения, но и вжиться в роль второго «я» одного из героев. Я весь внимание. Заткнись! Я хочу быть королем. Я попыталась превратить это в фантасмагорию. Потому что, в принципе, по сути своей, вот это могло быть какой-то «Звездные войны», которые придумать. Но самый лучший писатель – это жизнь.
И вот это в жизни, к сожалению, есть. А вот так написала жизнь, вот такая. Актеры, кажется, не играют, а живут на сцене. Им удалось прочувствовать характер своих героев и передать зрителю обстановку военного времени. На самом деле всегда сложно вживаться в роль, какой она ни была. Даже если она очень на тебя похожа, все равно это другой человек. И другие эмоции, и другие переживания. Но в этот раз было особенно тяжело, потому что ситуация очень неоднозначная. Но точно понятно, что это неистовая боль, которую нужно показать, которую нужно донести, чтобы люди вокруг поняли. Спектакль «Я никогда не стану большим, мама» – история, пронизанная отчаянием и болью. Режиссерское видение и игра актеров никого не оставили равнодушными. Очень понравилось, но было и очень грустно. Все мы должны помнить и знать о тех временах, которые были. Я никогда не стану большой, мама. Наталья Матюшкина, Анастасия Попова, Сергей Лукович. Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте muravlenko24.ru и в социальных сетях.